Как добавлять товары в группу ВКонтакте? Разберемся сегодня вместе. Поехали! Всем привет! Меня зовут Валерия. Сегодня мы поговорим о том, как можно добавлять товары в группу ВКонтакте вручную, а также о возможной интеграции с платформой Advanced Shop. На слайде вы видите примерный путь, который пройдет ваш клиент, прежде чем он оплатит свою покупку. Но для того, чтобы все получилось, необходимо, чтобы каждый из этих этапов был обязательно соблюден. Ваш онлайн-магазин ВКонтакте – это ваше сообщество, которое вы ведете и в которое вы только планируете добавить свой товар. Итак, если вы заинтересовались данным вопросом, значит, вы решили освоить для себя новую нишу продаж. Рубрика «Товары ВКонтакте» появилась в 2015 году. Для этого они были вот такие, хаотично образованные в сообществах или же в тематических альбомах. Это было не совсем удобно, ведь зачастую эти альбомы были очень большие по объему, информация там не обновлялась, а значит, они теряли свою ценность. Сейчас же товары выглядят примерно так. Это очень удобно, отражается цена, карточка товара и фотография. Но для того, чтобы добавить товар в группу ВКонтакте, необходима и сама группа. Так, начнем. Для того, чтобы создать свое сообщество, мы заходим на свою страницу ВКонтакте и нажимаем кнопку «Создать сообщество». Из всех предложенных сообществ мы выбираем «Бизнес». Пишем название. Пусть это будут платья. Тематика. Здесь очень обширная тематика, и вы точно найдете свою сферу услуг или товаров. Стиль, мода. Сайт, если есть. У меня его нет, но это обязательная ремарка. Если он у вас есть, то, конечно, добавьте. Это добавит вам экспертности в глазах потребителей, а также докажет, что вы не мошенники. Создать сообщество. Мы видим абсолютно пустое сообщество. Его необходимо будет заполнить. Есть подробное видео о том, как можно заполнить сообщество ВКонтакте и как это делается. Но нас интересуют товары, поэтому мы заходим в управление. Разделы. И ищем слово «товары». Вот они. Они бывают базовые и расширенные. Базовые необходимы в том случае, если вы только в начале своего пути, и они предполагают только карточку товара и витрину. А расширенные же – это и доставка, и автоматизация, есть корзина, заказы, также карточка товара и много других функций. Я выберу расширенные. Также в этом блоке можно выбрать, где будет располагаться ваши товары. В главном блоке или во второстепенном. Я выберу главный. Сохраняем. Возвращаемся в наше сообщество. И мы видим, что добавилась вот такая полосочка «Добавить товар». Нажимаем на нее. Перед нами пустая карточка товара. Нужно обязательно ее полностью заполнить, тогда товар сохранится. Категория. Давайте выберем «Женская одежда». Название товара – платье, артикул. Я написала тут цифры наобум, но вам обязательно нужно написать все правильные данные. Описание товара. Многие этим пренебрегают, а очень зря, потому что это ключевое, кроме фотографии, конечно, то, на что смотрит ваш клиент. Описание товара. Давайте напишем. Так. Платье праздничное. Подойдет для торжества. А, цвет пусть будет морская волна, длина миди. Добавляем фотографию обязательно. Выбираем миниатюру. ВКонтакте предполагает, что вы можете добавить до 5 фотографий. Это позволит вам в полной мере отразить все достоинства вашего товара. Пишем цену, например, 2999 рублей. Габариты и массы необходимы для доставки, для расчета стоимости. Я сейчас тут же также пишу цифры наобум, вы обязательно все это заполняете, потому что у меня расширенные типы товаров, масса. Оно в граммах, обратите внимание. Количество в наличии. Пусть будет 25 штук. Нажимаем кнопку «Создать товар».
страница автоматически обновляется, и пролистнув вниз, мы видим, что товар наш добавился. Мы на него нажимаем и видим полностью карточку товара. Здесь все абсолютно данные, которые мы заполняли, отражаются, и есть возможность добавить в корзину. Также здесь можно поставить лайк, поделиться с кем-то или же сохранить себе в закладке. Также можно написать комментарий. Вот таким образом добавляются товары в группу ВКонтакте вручную. Но еще я вам хотела показать о возможной интеграции с платформой AdvanShop. Ведь сейчас у меня здесь один товар, а будь их 2000, это бы значительно затруднило процесс. Для этого мы заходим в свой магазин, у меня он в тестовом режиме, и с левой стороны нажимаем кнопку «Канал продаж». Мы ищем здесь ВКонтакте и нажимаем. Прилагаются скриншоты. Этот канал продаж необходим для того, чтобы можно было выгружать свои товары из интернет-магазина в ваше сообщество ВКонтакте автоматически. Нажимаем кнопку «Добавить канал». Здесь необходимо авторизоваться и, конечно же, прикрепить свое сообщество. Вот таким образом можно добавлять товары в группу ВКонтакте автоматически. Итак, я вам показала, как можно добавлять товары в группу ВКонтакте вручную и как можно интегрировать этот процесс с помощью платформы AdvanShop. Я надеюсь, что видео было понятным и интересным, а вы обязательно разберетесь во всех тонкостях и нюансах. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания, обязательно пишите их в комментарии, я на все отвечу. А также пишите темы, на которые вы бы хотели, чтобы мы сняли обучающие видео. Всем спасибо за внимание. Удачных вам продаж. Пока!